Доброго дня. Хотіла перше подякувати організаторам даної прес-конференції, тому що питань завжди є багато. Те, що система прозора і відкрита, ми про це знаємо, але для нас, журналістів, важлива інша сторона медалі. Саме правда і такі питання, які цікавлять, в принципі, населення нашої України, але вони, на жаль, його не можуть задати. Тому дякую, що ви виходите на відкриту бесіду і даєте відповіді. Надіюся, що прокоментуєте мої також. Отож, моє перше питання до... Прокоментуйте, будь ласка, от, скажімо так, нещодавній скандал з великою кількістю підводних каменів навколо продажу титану і підприємств Фонду державного майна на потреби оборони країни-агресора Російської Федерації. Це було опубліковано на їхньому офіційному сайті. Ви сказали, що відповідаєте. Ну, я мне не дали задать вопрос. Это же, ну а для чего вы тогда общаетесь с прессой, если... Ну, был, так мне не дали вопрос задать. Я тем более ничего вам сложного не задам. Я хотел спросить... Вы что закончилось уже конференция? Ну, как закончилось? Так, а когда к вам можно подойти и... Записывайтесь через пресс-службу, пожалуйста. А чего я должен через пресс-службу, когда это? Дайте свою визитку тогда, я вам позвоню. Будь ласка, от представника пресс-службы, зверніться, вас призначить зустріч і поспілкуємось. Я хочу задать вам вопрос. Ну вы некрасиво поступаете. Мне вы обещали ответить на вопрос, и тем более я вам ничего такого не задаю. Вы поступаете некрасиво. А я чем некрасиво поступаю? Ну уже закончилась пресс-конференция. Как закончилось, если вы во время пресс-конференции не ответили и не дали мне задать вопрос? Обращайтесь в пресс-службу. Тогда можно пообщаться. Ответьте, пожалуйста. Отправьте, пожалуйста, запрос в пресс-службу. Ну, мы с удовольствием, мы всегда открыты коммуникации. Ну как открыты, когда задать вопрос, он убегает и пресс-служба... Он же ответил. Как это не мой... Подождите, это не мои вопросы будут. Мои вопросы совершенно другие были. Пришли, куда мне? Куда писать? Дайте свои контакты. Можно,